Выники социально-экономичного развития Гомеля за первые 6 месяцев года подведены сегодня на посяджении гарвыканкама. Становчая динамика значна амаль во всех сферах. Невыкананными застались только задания по будаўніцтве жилья и створению новых предприемств. Подробности у Дмитрия Котова. Первое полугодие для субъектов господарения отрымалось поспеховым. У первую чергу становчие выники связаны со внешней экономичной деятельностью. Это тышится как экспорту товаров, так и послуг. Промысловые гиганты Гомеля замацавали свои позиции на внешних рынках. Все лето у першиню накировать свою продукцию за мяжу почали больше за 50 невеликих предприемств, у тым лику приватных. Запотребованные промысловые, молочные, мясные, а так само кондитерские выробы. Великим попытом корыстаются и послуги, оказываемые IT-компаниями, резидентами парка высоких технологий и технопарка. Хорошие результаты у нас достигнуты с точки зрения создания новых рабочих мест как на действующих предприятиях. Их создано более 800. В частности, наибольшие результаты показали у нас промышленный сектор, торговля и те же IT-компании. И на новых предприятиях, это вновь зарегистрированные субъекты хозяйствования, также создано много новых рабочих мест. И в целом город выходит по итогам полугодия на результат более 1500 человек. Добрые выники означены и в сфере гандлю. Прирост товарообороту больше как 5% у поравнания с аналогичным периодом минулого года. Это связано с повеличением доходов населения. На посяджении гарвыканкама означено, рост заработной платы зараз превышает рост цен по всех группах товаров. Сохраняя тенденцию по росту денежных доходов населения, также учитывая стабильный прогноз по инфляции, на работу наших торговых предприятий по формированию востребованного ассортимента по доступным ценам мы планируем сохранить рост розничного товарооборота до конца года. Невыкананным застается показчик по уводе у эксплуатацию нового жилья. При задании на первое полугодие 116 тысяч квадратных метров побудовано каля 90 тысяч. Так само низкий процент по створению новых организаций. Есть подстава мерковать, что у другим полугодии ситуация изменится, улишивающая открытие шерогу буйных гандлевых объектов. Тем не меньше на это питание необходимо звернуть увагу. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».